В волейбольном турнире сошлись 18 сборных. Это участники из Саратова, Воронежа, Волгограда, Орла и Нижнего Новгорода. Нашу область представили 3 мужских и 1 женская команда. Турнир проходит очень интересно, зрелищно, динамично, потому что команды играют партии до 15 очков из 3 партий. Не полноценная партия, такой короткий вариант. Будет 2 подгруппы А и Б. Из первой подгруппы первая играет с четвертой. Ну и по системе плей-офф уже мы определим победителей. Таким образом, лидером встреч среди мужчин стали тамбовчане. Второе место в турнирной таблице у ребят из Ельца. Ну а на третьей ступени пьедестала – Брянск. Первое место среди женских команд также у Тамбова. Серебряные медали увезли девушки из Липецкой области. Бронза досталась Нижнему Новгороду.